Рамон Фелис – блогер, ученый, журналист. Всю жизнь он хотел говорить правду. Но чью правду? Свою? Фелис считал, что есть лишь одна правда. Но правду, как и историю, пишут победители. Его блог день за днем клеветал на меня. Разумеется, нужно было принять меры. Я нанял хакеров и отследил его. И предложил работу. Я объяснил ему, что моя правда предпочтительнее. Она сохранила ему жизнь. Рамон Фелис всю жизнь хотел говорить правду. Что ж, он получил больше, чем хотел. Всем привет, дорогие подписчики из телеканала, с вами снова Зарбаба. Мы продолжаем проходить игру Tom Clancy's Ghost Recon Wildlands. Ну что же, мы с вами убили босса. Ну как убили? Расправились с ним. Узнали информацию, получили данные. И теперь пополняем немножко задания на этой территории. Я предлагаю нам, раз мы здесь рядышком недалеко, схватить и запугать боевика. Поехали, тут как раз рядышком. Будем, если что, телепортироваться по-быстренькому. Недалеко от заданий. Конвоя пока у нас нет. Чуть слишком много тут. Все, слазим, ребята. Давай смотреть, кто где здесь есть. Появился один с пистолетами и пулеметами. Вижу вторую цель. Есть третья цель. Цели на мушке. Жду приказа. Ясно. Цель отмечена. У меня есть цель. Попался. Ну что, друг, нам надо тебя запугать. О, отлично. То, что надо. Не двигайся. Черт, чуть не застукали. Запугиваем. Хочу, чтобы ты передал всем. В городе новые головорезы. И всякий, кто встал на сторону Санта-Бланки, может считать себя трупом. Передай своим дружкам. Они нас не увидят, пока не станет поздно. Да, так, Лару Фуэс. Сделаю. Сделаю. Неудачный день для засранца. У повстанцев сегодня хороший день. Им понравится. Откуда взялась машина? Геонда, Кумпас, я узнал о новых победах. Надеюсь, вы воспользуетесь тем, что предлагает... Погоди-ка. Тихо. Главное, он едет в машине один. Открываю огонь по этим гадам. По каким гадам? Чё вы творите? Здесь больше никого нет, нефиг тут ничего делать. Еще и поиск идет, ты смотри. Секунду, они будут здесь. Что нам делать? Цель уничтожена. Вижу цель. Ну так грохни ее. Геонда, Кумпас, я узнал о новых победах. Надеюсь, вы воспользуетесь тем, что предлагает вам мой народ. Пак, мы должны использовать все наши ресурсы. Слава за то, что вы делаете, достанется моим людям.
Это же хорошо, что они участвуют в операциях, да? Все, кто хочет участвовать в игре, смогут выйти на поле. Об этом даже не думай. Мы с тобой еще свяжемся, это все. Хм. Окей. Ладненько, садимся обратно. А то как-то интересно, жопа этот водил увидел меня, как я там помечаю припасы. И вызвал подкрепление. Круто. Давайте смотреть, что у нас здесь. У нас здесь есть с вами конвой. Вот я предлагаю нам сейчас его тут и взять, этот конвой. С радиодеталями. По-моему, тем более они в нашу сторону едут. Так, радио вырубаем. Тихо. Да куда? Вот конвой. Нам конвой нужен, а вы что творите? О, ребята, оказывается, в такой же машинке. Готовы? Огонь. Ясно. А там еще никого нет. Давай, кто кого? Отлично. Давай, вот этих осталось только. Неплохо, правда, наш грузовик взорвался к чертям. Фух, ладно, давайте пометим горелый. По нам бьет миномет. Радиостанция захвачена. Сообщим повстанцам, где их игрушка. Пошли. Пристегнитесь. Когда их уравняют на щит. Все, валим отсюда. Что у нас еще имеется здесь? У нас тут очень много заданий на этой части территории, поэтому я предлагаю нам сюда телепортнуться, разберемся с боевиком, потом, скорее всего, угоним, попытаемся угнать самолет. А, я сейчас в бою, понятно, я сейчас не могу портануться. Сейчас надо, чтобы поиск прошел. Ну, заканчиваю уже. Серьезно? Это по мне так бомбят? Ничего себе. Тогда поехали дальше. Пусть потеряет из виду. Во, все, отлично. Потеряли. Все говорят, что вы надрали задницу Корсите. Без его связи в Аргентине... Держитесь, я поведу. Надрали задницу. Сюда первым делом отправляемся. Порядок, понеслась. Попробуем сейчас запугать, а потом уже за самолетом. Тут можно сесть на вертушку, которая доставит к припасам. А, вертушка даже там есть. Отлично. Почему бы нам с вами этим не воспользоваться? Да вылазь там.
воздухе. Вижу цель. Рядом местный. Вижу врага. Рядом местная. В итоге что-то одни местные. Замечена цель. Осторожно с гражданскими. Угу. Замечен капитан. А вот это плохо. Он испугается, захочет убежать. По-любому. Плохие парни на мушке, по первому слову. Цели на мушке, что теперь? Что? Я жду, когда вы их возьмете в цель. Цель пропала. Цель получена. Больше не вижу цель. Вижу цель. Не могу стрелять. Блин. Стой, они тебя заметят. Вижу цель. Боевая готовность. Аккуратнее, не попади по гражданским. Да блин. Враг убит. Твою ж дивизию. Лейтенант убегает. Какого хрена ты творишь? Прячься. Да. Неудачно. Серьезно? Он сматывается? Бляха ты, муха. Просто прекрасно. Порядок. Просто прекрасно. Ладно, я не буду за ним бежать. Хрен с ним. Мы потом сюда еще вернемся. Когда они все, блин, в здании, это так неудобно. Мои еще никого не видят. А, тихо, подожди. Стоп, слезь. Во-первых, здесь есть припасы. Я так полагаю, в доме. Поставим маячок, чтобы повстанцы подобрали потом эти припасы. И плюс где-то тут еще есть запись. Какой-то документ. Ублюдок учуял нас и смылся. Давайте больше так не делать. Я с тобой согласен, но с тобой так не получается. Эй! Ты лажаешь по полной. В следующем месяце к тебе в казино приедут политики. Корсита, устрой праздник. Политики жить не могут без гламура. Казино надо украсить знаменитостью. Кого ты можешь привести? Есть мысли. Например, Марка Круз? Этого толстого? Он сам хочет стать политиком. Ты собираешься покупать знаменитостей, а их нужно привлекать. Си, си, разумеется. Бебе Эррера. Колумбийская звезда телесериала. Звезда сериала «Лицо конькобежки». Я видел ее. Она очень красивая. Вы знакомы? Она играет в покер. Если устроим турнир, она могла бы прихватить с собой друзей, актеров, музыкантов. Ладно, так и сделай. Она и ее подруги не обязаны лично ублажать моих политиков. Я ясно выражаюсь? Да, несомненно, босс. Ну, отлично. Полетели, кстати. Перед тем, как полетели, наверное, стоит прокачать нам парашют. А, он уже прокачанный. Отличненько. Ну и пока все. Отметим цель, которая мне нужна. Ой, высоковато-то как. Не, ну я с парашюта прыгать не буду, я просто вертушку посажу.
Да что-то как-то высоковато. Действительно. Давай потихонечку, потихонечку. Сюда, 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 поближе. Где бы нам вертушку посадить, чтобы не сломать ей лопасти? Нам же обратно возвращаться. На месте. Повстанцы могут прийти и забрать. Надеюсь, они найдут этому хорошее применение. Не хочется думать, что мы прошли через все это зря. Не боись, все пучком. Ну, в принципе, наш друг уже даже вернулся. Давайте попробуем еще разочек. Я тут, покатили. Да уже катим. Попробуем еще раз. Мы тут не одни. Внимание. Вижу отряд картеля. Покажи. Вон там, рядом с ящиком с рациями. Да я как бы тоже всех их вижу. Их там 4 человека, блин. Вижу цель. Смотреть по сторонам. Еще один. Вижу капитана. Плохие парни на мушке, по первому слову. Вижу цель. Цель отмечена. Ясно. Нет цели, цель, повторяю, нет цели. Цель исчезла. Ну вот, начинается. Какие-то секунды. Доли секунд. Да вы вообще никого уже не видите. Это меня не радует. Цель отмечена. Где он там? Может, как-нибудь сюда пойдет, а? Ну, как-то, в принципе, пошел пока. Не могу стрелять. Вижу цель. Спокойно, идем. Тихо, 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 отлично. Убейте меня быстро, прошу. Убить? Это слишком просто. Нет, нет. Я хочу, чтобы ты мне оказал услугу. Скажи своему боссу, что дни его сочтены, и чтобы все, кто на него работает, услышали. Уж лучше тогда умереть. Теперь ты никто, бывший крутой парень. Люди Катари еще долго будут над этим смеяться. А? Они знают, где мы. Принято. Огонь по готовности. Цель выбрана. Что указано, ясно. Цель отмечена. Да чтоб тебя, какой ты резвый парень, а. Да иди ты в попу, слышь, чувак. Достал. Это готов.
Вот и все. Ну чё, давайте, поехали. У нас всё чисто. За самолетом теперь. Под конец. Оу, что-то как-то далековато до самолета пилить-то. Да, в натуре далеко. Хо-хо-хо-хо. Может быть, тогда лучше на вертушке? Рулем. Нет. Руль отменяется, друзья. Покатили. На вертушечке полетим. Далековато там. Слазить. Слазь, молодец. Надеюсь, тебя лопасть не прибьет. Рядом враги, будьте начеку. Может, вы уже кого-нибудь пометите, нет? Дрон в полете. Вижу цель с пистолетами и пулеметами. Цель номер 3. Вижу цель. Еще один. Это 5. Блин, их тут 5. Я вас понял. Вижу цель. Есть цель. Жду распоряжения, босс. Веду огонь по мудакам. Прекрасно. А чё, никаких ресурсов нет? Ни ресурсов, ни медальки. Жаль. Ну ладно, попробуем угнать самолет. Теперь еще аккуратно сесть. Это было бы здорово сейчас. Понять еще, в какую сторону у нас взлетно-посадочная полоса. Ну, если что, будем садить самолет грубо. Ой, там какой-то маленький островочек. Боже ты мой. Серьезно, ПВО? Нет. Ё-моё. По-моему, прекрасно сели. Сели прекрасно. Повстанцы потом пришлют кого-нибудь за грузом. Да, пусть забирают сами свой груз. Кстати, тут у нас есть деталь для оружия. Вижу оружейный ящик. Круто, это мне пригодится. Здорово. Восполняем боекомплект. Ну, давайте смотреть. В принципе, время у нас позволяет. Мы можем что-нибудь еще выполнить. Что-нибудь еще. Конвой я уже больше не хочу. Далековато, в принципе. Ну, а вот здесь либо доставка транспорта. Но здесь никуда не протанешься. Поближе. Все как-то далековато. Ну давайте вот сюда.
Ну что же, мы тут, в принципе, рядышком. У нас тут есть либо вертушка, либо лодка. Давайте, наверное, на лодку. Поехали. Пометим сразу себе цель. Отлично. Ребят, по пути прыгните. Молодцы. Тут есть вертушка. Наверное, этой вертушкой мы с вами займемся. Только надо как-то аккуратно. Давай, наверное, сюда доплывем. Дрон в воздухе. Вижу врага. Рядом местные. Заметил еще одну цель. Вижу цель. Близко к гражданским. Этот пятый. Замечена цель. Осторожно с гражданскими. Так, раз, два... Давай сразу три. Ясно. Цель получена. Ну? К стрельбе готов. С этим мы разобрались. Отлично. Еще три цели. Интересно, кого-нибудь тут достану? Или давайте все-таки мы сбегаем? Смотри, куда стреляешь. Давай, давай, ребята. Быстренько, синхронный выстрел, но... Ясно. Цель выбрана. Цель отмечена. Враг уничтожен. Подожди, а что, не все, что ли? Чё за... беда с синхронными выстрелами? Порядок. Можно выдохнуть. Странно. Ладно, тут у нас есть припасы. Эти припасы поднимут наш авторитет среди повстанцев. Также есть документ, который я тогда возьму. А, еще и здесь припасы есть, отлично. Что за документ? Карен, можешь напялить улыбочку? Есть инфа насчет аргентинских политиков, прибывающих с визитом на курорт в Агуа-Верде. Твои соображения относительно аргентинской коррупции верны. Толком пока еще ничего не известно, но я, похоже, приму участие в вечеринке. Я за штурвал. Как обычно, всем заправляет Корсита. Держать язык за зубами он не умеет, так что дня через год ты уже будешь знать политиков в списке. А пока не могла бы ты разобраться, что там насчет слухов о сотрудничестве боливийских и перуанских повстанцев? Слушай, эта хрень мне не очень нравится. Повстанцы в Перу стремятся крышевать кокаиновый бизнес. Они рекламируют это дерьмо. Они даже выкладывают видео в интернет. Ну что, хотим прикончить Санта-Бланку, чтобы Маккатари и его ребята взяли верх? Я не полный идиот, я понимаю, что это шанс. Ну, а мы тем временем, в принципе, почти долетаем. Главное не попасть под вот этот вот вертолет. Твою мать. Ну ладно, повстанцы пока обойдутся. Ну ладно, друзья, не получилось. Вертушка у нас не долетела. Хорошо. Продолжим тогда в следующей серии. Давайте, наверное, подумаем, куда мы с вами отправимся в следующей серии. На какую территорию? Как раз поиск прекратился. Посмотрим на карту. На карту. По сложности у нас на 2 черепа уже все закончилось. Теперь будет на 3 черепа. Я предлагаю нам двинуться вот сюда, Пукара. Это у нас будет на влияние.
сюда переместимся и продолжим в следующей серии. На сегодня все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии, вступайте в группу ВКонтакте, все ссылочки под видео. С вами был Зарбабай, спасибо за просмотр, увидимся в следующих прохождениях. Всем пока!